Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и сегодня мы продолжаем играть в Конструктор Симулятор 2015. Закончили мы на том, что мы построили вот этот дом прекрасный, залили там бетон, все такое, привезли необходимое оборудование, да, кирпичи, вернее материалы, кирпичи там, изоляцию и тому подобное. Тем не менее, уровень нам не повысили, у нас остался 9, да, и я думаю, что в этой серии нам уже дадут новый уровень. И давайте посмотрим, чем нас занимается работник. И продолжим нашу игру. Так, наш работник должен там что-то привезти. Ну, я думаю, что мы не будем к нему лезть, в его задание, да, пускай он там трудится дальше, да, продолжает. А мы с вами выберем что-нибудь новое. Так, что у нас есть, смотрим. Так, ну вот я вижу, что у нас задания шестые, да, самые такие крутые получаются. И выберем самое дорогое, 161 тысяча получается, да? Ой, 164. Давайте его и возьмем, принять. Нам денег надо много. Нам еще много чего предстоит купить. Так, хорошо. Купить контейнер у поставщика материалов. Контейнеры, это имеется в виду, что... Что за контейнер? Который мусор? Мусоровоз этот, что ли? Бункеровоз? Бункеровоз. Так. Город. И... Я так понимаю, у него надо, да, купить. Выходим. Контейнер. Так, аренда. Вот, есть, да, контейнер. Купить. Есть. Поехали. Поехали, поехали. Так. Ну вот, мы первый уровень, да, начинали с того, что мы транспортировали контейнер. Вернее, игру даже начинали, да, с этого. С этих действий. Так, я думаю, что стоит нам уже опустить сразу, предварительно. Ну, не попадает. О, было. Так, space есть. И поднимаем его, да? Так. Погрузили. Надо убрать эти штуки. Все, хорошо. Что-то такое ощущение, что не до конца сложил. Не до конца вроде. Так, едем на нашу стройку. Так, она тоже, в принципе, в том же районе, где и наш рабочий, да, работает. Поэтому мы не перепутаем место назначения наше. Так, давайте пока там у них зеленый, мы вот так вот объедем. Ты поедешь, нет, чувак? Давайте обгоним тогда. Что-то мы вообще не то, что не по правилам, блин. Нарушили все, что можно, блин. Все правила. Так, Евротрек начинается у нас. Хорошо. Так, красный свет, дороги нет, едем. Так, надо глянуть, будет рабочего. Ну ладно, приедем уже потом, посмотрим, да, что наш там рабочий, на чем он остановился, потому что ему там надо обновить задание будет. Так, хорошо. Ну, ау, разогнался что-то уже сильно. Сильно я уже разогнался. Так, ну вот наша стройка. Опа, какой тут котлован еще здоровый. Блин, нафига им тут эти самые контейнеры? Что, у них тут много мусора, что ли? Можно было не так заехать. А сразу вот сюда. Ну давай, давай, давай. Живей, живей.
Так, хорошо, рабочий наш сделал. Давайте ему дадим работу, поручим дальше, да? Это у нас, получается, у нас рабочие выполняют дороже задания, чем мы с вами. Да ладно, я думаю, ему можно доверить. Так, ставим контейнер. Все. Есть, так. Очистить площадку. Очищаем. Очищаем площадку. Я так понимаю, вот это вот место, оно по идее для башенного крана нашего, да? Которого у нас еще нет, к сожалению. Но я думаю, что мы купим в ближайшее время. Может быть даже сейчас купить его. Попробовать в этой серии, а? Давайте мы, наверное, так и сделаем. Давайте мы перейдем к нашему продавцу автомобилей. И посмотрим, что у нас там можно купить. У нас, потому что денег-то, в принципе, много. И можно уже приобрести что-нибудь новенькое, да? Так, каток у нас есть. Нам каток не надо. Малый экскаватор есть. Самосвал есть. Нам вот этот нужен, фронтальный погрузчик, так. Ну, давайте попробуем купить башенный кран, да? Ну, хотя бы ради интереса просто, на самом деле. Так, покупка. Yes. Так, и давайте, наверное, не знаю, нам нужен, не нужен. А что вот это такое? Это обслуживание, походу. Ладно, давайте тоже купим. Вот этот вид техники. Все, пока у нас денег нет. Ну и ладно. Так, а где наш, как нам теперь этот кран? Ну, бульдозер, это все понятно. А как нам транспортировать наш кран? Кран, кран, кран. Как нам его? Где он вообще находится? Начнем с того. Малый бортовой. Самосвал. Башенный пол. Ух ты! Прикольно. Прикольно, класс. Мне нравится. Супер. Так, а как нам его разобрать, наверное, как-то ж надо? Не пойму я. Давайте, может, даже обучение какое-то. Есть обучение с краном? Вот, обучение башенный кран. Давайте посмотрим обучение. Что там делать надо? Обучение. Ты где? Че, нету, что ли? Обучение. Может быть, это нам нельзя, как бы. Нам надо погрузчик. Блин, да что такое, а? Обучение. Принять. Для данного заказа нет свободных прорабов. Семен. Ладно. Кран мы купили. Мы тогда в следующей серии обязательно посмотрим. Я, наверное, все-таки обучение пройду, ну, за кадром, да, а потом с вами вместе поиграем, посмотрим, что он из себя представляет. Ну, самый факт, что мы его купили, поэтому он уже никуда от нас не денется. Вот, поэтому это уже хорошо. Так, залейте бетон в форму и настрой площадки. Так, нам нужен бетон. Бетонный насос нам нужен сначала. Так, интересно, у нас бетон остался с той стройки или нет? Наверное, не в эту сторону поехали. Или в эту. Или нам придется опять за бетоном ехать. Ну ладно, сейчас узнаем. Так. Ты пропустишь меня? Молодец. Так, а куда там заливать-то его надо? Может, там не нужен бенза? Бенза. Не, нужен. По-любому нужен. А, ну мы не будем далеко, я думаю, вот тут вот станем. Хотя мы можем не дотянуться потом. Давайте, может, так вот станем. Тут уже наверняка, да?
Так. И нам нужен этот самый бетоновоз. Бетона. Так, ну если он крутится, я так понимаю, что у него есть бетон. Поэтому все отлично. Поехали. Блин, дайте повернуть-то, а. Давай, давай, давай. Там кто-то врезался в кого-то. Так, хорошо. Ну, я думаю, что перед тем, как нам начать что-то высыпать, да, нам все-таки имеет смысл разложить наш этот самый бетононасос. Вот, чтобы мы уже были готовы, да, как будет начнет поступать бетон, мы сразу начали заливать. Чтоб лишние капли не упало. Все стоит деньги, надо экономить. Нельзя расточительством заниматься. Так, хорошо. И остановим его. Так, и нам надо еще выпрямить эту штуку. Давай выпрямляйся. Вот так. Молодца. Все. Кран пока так стоит. Так, а мы кран наш сейчас. Ой, кран, говорю, бетононасос. Так, первым делом опоры. Выставляем. Так. Так. Теперь нам надо... А, переключиться, что ли. Все забываю. Так, ну и все. И поехали. Раскладываем штукенцию эту. Здорово. Штукенцию. Вот такая вот штука. Огромная. Так. Выпрямляйся до конца. Я боюсь, что надо нам и вот эту штуку тоже. Как ее там складывать, я уже не помню. Так, это отцепляем. Штуку, я помню. Блин. Не будет оно высоко. Хотя что, бетон-то все равно упадет. Так, ну как-то так. У нас скорячка такая. Да, прикольно. Так, и нам надо еще этот самый открыть. Лючок наш. А что, он уже льет бетон? А откуда у меня бетон? Что это за глюк такой? Прикольно. Давайте выльем весь бетон, который есть у него. Так. Хорошо. Нормально. Откуда у него бетон? Я не понимаю. Что за фигня? Так. Немножко вот тут надо. Правильно. Все, закончился. Так а что это за бетон был? Я так и не понял, откуда он взялся. Так, я забыл. А, вот наша штука открылась. Так, хорошо. А, это может быть там оставалось, там капелька бетона, наверное. Не знаю, короче, непонятно. История умалчивает. Но видно, там тоже какой-то есть этот самый небольшой бункер, да? Так, нам надо как-то вид сверху включить. Вот. Не сверху, вернее, сзади. Так, давайте подгоним. Тоже, мне кажется. Вот так будет достаточно. Все, понеслась. Все, отлично, выходим. Так. И продолжаем, да? Штуку эту опускаем. Так. А где она? Вот она. Все, понеслась опять. Так. Давай. Заливайся. Есть. А тут, наверное, надо будет опять вытягивать ее. Как она там вытягивается, забыл. Так, хорошо. Вот сюда теперь.
наляпает Роху. Так, отлично. Теперь сюда. Не, бетоном прикольно, кстати, заливать. Так. Ну и все, получается, нам уже надо переходить сюда поближе. Так. Хорошо, давай, давай, давай. Отлично. Как профессионал практически. Не, мы зальем уже до конца, да? Ибо мне нравится это дело, как он так заливается, так прикольно. Чего он, все что ли? Все. Складываем это все дело. Все, у нас площадка забетонировалась. Отлично. Я вот думаю, что нам лучше надо было кран бы лучше купить. Подъемный. Чем наш башенный, да, кран. Ну ладно, мы купим. Все, все купим. Все купим. Все у нас будет окей. Это еще только начало. Мы только... Нам только нормальные заказы, в принципе, начали давать, да? Так, бетон убрали. Переключаемся на наш бетононасос. Складываемся. Так, рабочий наш принес денежку. Отлично. А вот этот кран такой, я помню, что он стоит, по-моему, 500 тысяч. Поэтому, блин, у нас денег пока не хватает. Надо нам собрать на этот кран, я думаю, это полезный будет кран. Штука полезная. Хотя у нас есть, в принципе, маленький этот, да? Грузовичок наш. Ну, не знаю, короче, посмотрим. Будем по ходу смотреть. Так, что у нас... так, сначала рабочий. Рабочий, активные. Так, он у нас вот тут трудится. Все, у него последний этап, отлично. Все, давай, парнишка, занимайся. Так, а у нас большие кирпичи, 6 штук. Хорошо, было бы сказано. С краном. И телепортнем его сразу в город. Да, все отлично. Так, пойдем. Большие кирпичи, глина, да, насколько я помню. Проверим. Большие кирпичи, глина, 6 штук. Здорово, чувак. Мне нужно 6 штук. Так. Так, а может быть там еще? Хотя не, ладно, 6 штук это тоже много. Пока хватит нам. И нам надо заехать так, чтобы сильно не раскладывать вон. Кран. Вот с этой стороны, наверное. А, побили. Вот так вот. Все. Выпускаем опоры. И понеслась. Так. Есть. Есть. Как-то троху неудобно получается. Так. Блин. Троху неудобно. Ну да ладно. Ой. Что-то я разучился. Давно не играл. Так. Следующий. Я думаю, даже надо было снизу начинать. Ну ладно. Мы потом в следующий раз. Снизу возьмем. Так, хорошо. Есть. Есть. Так. Теперь этот. Не видно, беру я его там или нет. Ой. Вернись назад. Есть. А, там появляется потом надпись, когда ты захватываешь. Хорошо.
Может быть, нам еще действительно что-то взять? У нас так прям как-то получается все. На второй ряд, да? Мы, в принципе, еще могли что-нибудь захватить. А-а-а. Чтоб не ездить. 10 раз. Как тот раз, да? Вот мне тот раз понравилось. Ну, все привезли одним заходом. И все, я нормально. Так, молодец. Наш рабочий выполнил задание, умница. Сейчас мы ему что-нибудь другое дадим. Так, что-то он как-то это... Хреново опустился. Ну ладно, пускай так стоит. Ну как-то мне не нравится на самом деле, как он стоит. Так. А мы сейчас сделаем вот так. А, блин, потом разгружать не будет неудобно. Ладно, нормально погрузим. Опа. Не упал, хорошо. Так, последний. Ну, давайте глянем, что у нас там за следующий будет. Если будет еще какой-то материал, мы тогда, наверное, еще купим. Чего-нибудь. Закупим. Так. Ну, как-то он неуверенно стоит тут, когда... А тот вообще разболтался. Так, давайте посмотрим. Так, заказы надо дать же. У нас же рабочий без дела. Ого, 247 тысяч. Офигеть. Короче, надо с ним поменяться. Давайте мы лучше вот этот возьмем. Возьмем вот этот вот. Блин, он такой нормальный. 12 этапов принять. Это 7 уровня получается задание. Так. Ладно, мы ему, наверное, поручим. Тем не менее, да? Так, контракты. Мы, наверное, цементом будем заниматься сами. А возить пускай материалы, он, допустим, вот сейчас он может привезти сам. Подождите, это какое? Это не это, по-моему. Так, активные. Нет, закрыт. Активные. Вот это вот. Большой генератор. Передвижной туалет. Прикольно. Так, пускай он везет. А мы давайте глянем, что у нас. Нужно нам. Большая глина, потом бетон опять у нас будет. Потом, о, маленькие кирпичи, глина, 4 штуки. И последний у нас будет черепица. Блин, ну столько мы не запрем. А может и запрем. 4 глины, маленькие кирпичи. Маленькие кирпичи, глина, 4 штуки. Так, покупаем. Маленькие кирпичи, 4 штуки. Маленькие кирпичи, глина, 4 штуки. Купить. Есть. Будем ставить третий ряд. Так. Ну тут надо, блин, аккуратно сейчас. Я чувствую. Надо очень аккуратно быть. Так, тихо, не болтайся. А? Чуть-чуть сюда. Тыкс. Есть. Есть контакт. Тут у нас надо будет спереди потом разгружать, да? А потом у нас будет черепица. Поэтому черепицу надо в 2, наверное, ряда ложить. Он тоже таким, да, домиком? Блин, не сюда. Подвинем. Так.
Хорошо. Хорошо, хорошо. Зацепили. Так, а как нам тут лучше поступить? У нас остается два этих. Нам вообще, по идее, лучше было бы на вот этот поставить, третьим рядом. Ну, на третий ряд. Так, а у нас там тоже 4, да, будет? А мы там можем 2. Да, надо как-то... как-то сюда ставить. Будем строить пирамидку. Так. Отлично. Отлично. Ну, я думаю, что должен наш увести. Блин, ну этот уже сильно высоко будет, мне так кажется. Ладно, давайте его поближе куда-нибудь бросим. Ну вот так хотя бы. Просто я не знаю, как я потом те поставлю. Не, давайте, наверное, на низ. Что-то не, перебор, мне кажется, это будет. Мне кажется, это будет уже перебор. Непонятно, как он. Ага, видите, как камера плохо. Так. Есть. И у нас и черепица, да, по-моему, там была. Так, рабочий у нас работает. Давай, продолжай. Ванька. Ванька-шманька. Так, а у нас. Квартире газ. Так. Подождите. Это наше разве задание? Нет, что-то я не туда зашел, похоже. Так. Вот наше. Наше дешевенькое. Блин, а что? Это я... А, нет, я думал, я его назначу. Так, вот у нас бетон, потом глина, кирпичи маленькие и черепица красная. 4 штуки. Большая черепица красная. Так, идем, бегим, бегим. Большая черепица красная. Так, кирпичи. Большая черепица красная. 4 штуки. Тут 8800 евро. Бэмс, отдали. Нормально так. Ценник такой неплохой. Так. Не, ну в любом случае завести мы сможем все, я думаю. Мы должны это сделать. Мы должны это сделать. Так. Мы сюда ставим. Так, теперь нам надо как-то посмотреть, чтобы у нас не зацепило ничего. Оп. Есть? Есть. Отлично. Отлично. Хорошо. Хорошо. Теперь вот этот. Есть. Это сюда второй. Давай. Вот, вот я о чем говорил, что надо аккуратненько. Покосился, да? Вот так вот надо. Опа. Вот так нормально, да? Хорошо. И еще два осталось у нас. Так. Есть. Один. Поднимем мы выше. Так, идет, идет, идет. Так. Надо повернуть, чтобы тот тоже так ровненько лег. Так. Давай. Нет, не так, не так. Сюда, вот так вот. Давай, давай, давай. Опа. Еще в бок. Опа. Оп. 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 Не видно, вот как он. Ага, видите, надо было перевернуть. Вот так вот. Вот так вот. Есть. Фу, ё-моё.
Так, ну и остался у нас последний, да? Ну, это тоже как-нибудь закинем. Я не знаю, как это будет все выглядеть, когда мы будем ехать. Мы, кстати, столбы, наверное, можем зацепить. Ну, эти. Как? Фонари, да? Мы можем, по идее, цепануть. Надо аккуратно быть. Так. Опускаем. Так, ну, нужно тут, я думаю, отрегулировать сначала. Так. Ой! Тихо! Чуть не полетела наша конструкция. Так, все, ребят, мы сделали. Предлагаю сначала нам все-таки закрепить эту нашу штуку. Как-то подозрительно она на самом деле прикрепилась. Ну ладно. Сейчас проверим, не упадет. Так. Опускаем опоры. Пускай. Пускай. Шевелится вроде, нет? Или мне показалось? Нет, шевелилось. Вон один. Одна башня шевелится. Ладно, будем ехать аккуратно и будем ехать. О! Я ж говорил. Вот так вот. Один ящик у нас упал. Так, хорошо. Мы можем его, в принципе, перекрепить. Мне он, кажется, вот я вот и говорю, что мне показалось, что он не закреплен был. Так, ладно. Ну вот сейчас поближе куда-нибудь. Его понял. Мы его поставим сначала, а потом открепим, потом опять закрепим. Вот. Так, нам надо как-то умудриться перевернуть его еще. Ну, нормально. Перевернулся он нормально. Так, хорошо. Сейчас попробуем его поставить. На, ну, спереди, да? Вот, на что вот я вижу, что вот, вот эта башня наша большая, она нормально тут. Она закреплена. Ящики. Вот. Как-то мы в него... Как-то он встал, но как-то... Как-то не очень. Что за фигня? Душ? Часть груза погружена неправильно. А, вот так вот. Видите, что-то пишет, да? Что значит неправильно? Криво, в смысле, или что? Часть груза погружена прямо, большая черепица. Это вот этот вот, да, все-таки? Все равно? Нет? Так, а если я вот так поеду? Будет он болтаться. Допустим, можем мы? А там, походу, разгрузим. А, не, нам не даст опоры сложить, наверное. Необходимо оборудование, да. Не получится у нас. Ладно, давайте открепим. По-моему, сейчас мы закрепили, нет? Мне такое ощущение. Так. Все равно он как-то болтается. Ну ладно, давайте медленно-медленно поедем. Не, нормально. Ну, я думаю, что лучше не спешить. Не надо печалиться. Все еще впереди. Не, нормально он едет. Все, мы забрали. Ё-моё, сколько мы нагрузили.
Так, ладно, рисковать не будем, будем ехать только на зеленый. Будем ехать только на зеленый. Блин, мне не видно груза. Ничего не потеряли? Нет, нормально. Едем. Тихо, все пропускают меня. Бип-бип. Блин, ладно, поехали. Так, все нормально. Ну, кстати, стал на место, нормально. Все, отлично. Блин, как мы нагрузили, а? Кто сказал, что нельзя три ряда? Можно три ряда. Я думаю, при желании можно было и 4. Не, ну 4 это уже очень много. Так, я не вижу, куда я еду, но мне надо видеть груз. Потому что если он сейчас свалится куда-нибудь, мы его потеряем, мы потом можем не найти его вообще. Так. Едем, едем. Так. Вот уже перекресток, там уже, в принципе, недалеко. Нам повезло еще с машинами, да? Как-то особо нету тут этих лихачей, так сказать. Так. Давай, давай, давай. Мы его поставили на место тоже. Так, ну что, мы тут. А, тихо, вот, кстати, тормозить надо аккуратно, он же может съехать. А где, куда? А, нам сначала ж надо этот. Я забыл. Или что нам надо? Да, нам же бетон надо. Долейте бетон. Нам бетон нужен. Где наш бетоновоз? Так. Я думаю, что надо сразу расправить его, чтобы не парить. У нас вот первый этаж, типа подвал, да, был готов, получается. Сейчас мы построим домик. Ну, мы же практически, получается, полностью в процессе, в строительном процессе, да, занят. Так, а если нам вот эту не поднимать? Поднять только вот. Вот это не получится, ну так. Придется это тоже поднимать. Так. Ну это вообще медленная штука, она пока развернется. 100 лет пройдет. Я думаю, что начинать нам надо, да, с самого там угла получается. Эта штука, чтоб видно было куда. Я думаю, так вот будет нормально. Все, хорошо. Надо ящик открыть еще. Опа, все. Теперь наш бетон. Где наш бетон? Но бетономешалка крутится, я так понимаю, и значит там еще есть бетон. Блин, наш рабочий походу не работает. Ну мы ладно, уже бетон загрузим. Потом поручим ему что-нибудь там еще. Ну, опять же, да, посмотрим, какое там задание будет. Так, у нас 50-60% осталось бетономешалки нашей. Так, главное не свалиться. Так. Мы грязи тут намесили уже так нормально. Так. Ну, попадем мы там контейнера. Нормально, я думаю. Пошел бетон. Пошел. Все, отлично. Так, отпускаем эту фигню. Ой. Блин, ничего, на кнопку надо. Все, лейся. Рейл. Рейл. Так. Давай. Заливай. Хорошо. Хорошо пошло.
Мне, кстати, на бетономешалке больше всего нравится работать. Надо было мне на бетонщика идти учиться. Так, отлично. Давай, добрызгивай там. Ну, все отлично. Сюда. Так. Хорошо. Ну вот, мы уже половину, да, получается? С вами залили. Сюда. Чё оно там, дырка это? Сюда. Так. Ну вот лак, да, тоже, что не видно нам. Как льется, да, бетон. Ну, ничего страшного. На самом деле. По такому лагу можно играть. Это не серьезный лаг. Так. И опускаем. Хорошо. Еще ниже. Все, мы доделали. Ладно, мы немножко смухлюем, да, не до конца там идем. Все, хорош. Складываемся. Так, ну вот, кирпичи, да, уже пошли. А у нас кирпичи уже куплены. Мы даже машины не будем, в принципе, убирать, я думаю. Пока. Так, единственное, что бетономешалку надо остановить. Вот она повыливает. Все, и нам надо будет место сейчас. Для грузовика, да, для нашего. И мы ее сразу вывезем отсюда, наверное. Я не знаю, просто нужно там или уже все, больше не будет, да, не с бетоном. Наверное, уже не будет. Мне так кажется. Так. Блин, надо боту дать задание нашему, да? Так, мы так аккуратненько заедем сюда. Вот. Так вот как-нибудь встанем. А я думаю, так будет нормально. Так, что у нас с ботом? Бот, ты где? Активные. Вот это. Что у нас там? Доставка еще одного группы. Доставляй. А у нас тут своя фигня, да? Своя стройка. Так, ну, тем не менее, мы уже 227 тысяч собрали, и нормально. Это уже хорошо. Так. Нам надо было бы, наверное, все-таки вот это вот спустить сначала, да? Чтобы она нам не мешала. Как-то. Давайте мы ее пока сбоку здесь поставим. Ой. А вот тут бросим. Все, стой тут. Так, и нам надо отцепить же все это дело. А, смотрите, у нас двухэтапная. Зацепка была, что ли. Поддоны так подпрыгнули. Так, и мы начинаем, да? Там завершен. Это наш бот там. Бот, блин, быстрее, чем мы работаем. Так. Я не знаю, что я схватил, но по идее мне надо этот ящик. Теоретически. Теоретически. Ага. Нифига. Не этот, что ли? Ё-моё. Подождите. Или это не та стройка? Там у этого бетона, а у этого что? А тут что, не это, что ли? Подождите. Так. Ну, у нас же ж... А, маленькие кирпичи надо. А чё я большие припёр сюда вообще? У нас там будут большие разве что, я не помню такого.
Так. Вот это, по-моему, большие. Или что-то я там наколбасил. Ну давай, пускай. Давайте уберем тогда это отсюда. Ну ладно. Не это, так не это. Блин, а почему я думал, что... Почему мне казалось, что нам сначала то надо выгрузить? А тут маленькие кирпичи. Что-то странно, короче, непонятно. Или мы что-то не то купили, или что-то, что-то не то. Так, ладно. Это какой? Тоже вот, кстати, непонятно, да, какой это груз. Они выглядят одинаково, кирпичи. Хрен его знает, какой это. Получается. Большие это кирпичи, маленькие. Так, ну это тот. Потому что засчитали. Ну и значит, вот середина нам надо тягать. Вот эти. Я так понял. Ой, нет, 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 нет. Сейчас все завалится. Так. Что, не засчитывается? Похоже, что нет. Блин, а где у нас еще? Еще были большие, маленькие, вернее. Давайте вот этот попробуем. Ну это точно маленький был, я, блин, помню это на самом деле. Только не надо, не падайте. Всем стоять на своих местах. Всем оставаться на своих местах. Так, ладно, давайте вот этот попробуем. Тоже нифига. Короче, лучше не париться, не возить так одну долю. Я не знаю, этот или не этот я выгрузил. Так, давайте уже это тогда, если что, его тогда кинем куда-нибудь в сторонку. Этот. Вроде нет. Не, вроде нет. Ладно, убираем. Мы его где-нибудь тут тоже положим. Не, не будем больше так делать. Если только мы будем брать, если разные самые... Материалы будут, да? Сейчас тоже гадаю, это этот или нет. У нас 4 ящика, и какие из них какие, я уже и не помню. Блин, да что такое, а? Сейчас все туда перекинем. Блин, чтобы знать, тот я или не тот ложу. Зря мы это все-таки сделали, конечно. О, вот этот тот был. Ясно. И походу вот этот вот, который внизу, он тоже был. Блин. Как мы так грузили тоже? Где-то так читал там, что ли? Так. Ладно, глину мы пока сюда поставим. Ой, черепицы, да? Черепицы что-то. Так.
И вот этот, значит, нам нужен еще. Так. Ставим вот сюда. Давай этот, блядь. Так, лишний у нас осталось, да? Так, и теперь нам надо красная большая черепица. Красная. Ну, а вот это куда мы денем? Куда нам это деть? Выкинуть? Вон. Так. Что, не то? А, наверх надо. Ясно. Прошу прощения. Сейчас мы наверх подымем. Вот мне интересно, кран вот этот, который побольше, он как-то по-другому, ну, быстрее поднимает стрелу свою или нет? Или тоже так же? Чтобы как? Медленно. Слушай, ну самый верх тоже ты подними, попробуй. Сгорело зеленый. Я что, его я не брал. Я что-то, короче, этими кирпичами нахимичил, я так понял, что я затупил. Или я не туда глянул. Может быть, я глянул на задание рабочего. Не может быть такого. Так. У нас еще не поместится, сейчас надо отъезжать будет. Вот будет прикол. Блин, неважно, падайте все, наверное. И у нас почему-то 5 осталось поддонов лишних. Почему 5, не понимаю. Откуда? Откуда 5 поддонов? Вроде все брали впритык и все покупали, что нужно, да? Поднимите, пацаны. Кидали такая. Так. А, 6 даже получается. Подожди, 2, 3. Да, 6 поддонов. Что? Откуда поддоны? Ничего они были куплены. Так. Я вижу, что мы задание тоже, в принципе, выполнили. Ну ладно, мы, в принципе, поддоны эти используем. Потом все равно, как бы. Так, складываем. Целеустремленный. Мастер! Еее! Так, выполнили задание. Дали нам денежку. Так, ну, в принципе, как бы мы выполнили, да, вот поддоны наши остались. Это будет подарок от фирмы. Постройте себе гараж потом с этих поддонов. О, у нас, кстати, нужно будет заливать бетон. Ладно, на этом мы серию закончим. Она у нас такая получилась не совсем, как бы, нормальная какая-то, да, такая. Не, ну как, нормальная, дом мы построили, в принципе, но с кирпичами мы немножко намудрили. Впредь мы не будем так... оптом таким закупаться, да. Не будем мы такими оптовиками. Ну, а если будем покупать, то отдельно, чтобы материал, ну, визуально различался между собой. Вот. Все. Я серию буду заканчивать. И в следующей серии мы тогда посмотрим, что такое башенный кран. Вот, что он из себя представляет. Я думаю, будет интересно. Поэтому оставайтесь на канале, ставьте лайки, комментируйте. Все, всем пока.